Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим модель бака клиромайзера ODI. Бак имеет емкость 3 мл, диаметр около 2 см, 510-й коннектор, удобен для аккумуляторов, также для модов. Имеет полностью разборную конструкцию. Снимается верхняя основа, откручивается. Прозрачная колба, также они идут в различных модификациях и еще с железной колбой, непрозрачной. Откручивает саму штуку по резьбе. Здесь располагается нагревательный элемент. Тут возможность самим делать намотку, какое надо сопротивление. Зажимается колечком, кольцом регулируете подачу жидкости к нагревательному элементу. Заправка происходит сверху, сюда заливаете жидкость в сам резервуар, и она попадает потом через вот эти отверстия в нагревательный элемент. Закручивается по резьбе муштук, оставляете место для того, чтобы из резервуара жидкость просочилась к нагревательному элементу. Хорошо следите, чтобы по резьбе закрутилось. И сверху накрываете основой, собирая бак полностью. Приятного парения!